аккумуляторы премиум класса Веста. Титульный спонсор футбольного клуба Краснодар. Выиграли, это самое главное. Мы сейчас играем только на результат. Так что все хорошо, едем домой. Когда выходили на поле, какое было ощущение? Соперник был настроен прямо на 100%, то есть никакого товарищеского характера не было в игре? Ну, конечно, и мы были на 100% настроены. Что можете сказать о своей игре? Сделали результат сегодня в целом? Ну, из-за моей ошибки забили, поэтому пришлось идти исправлять. Ну, так, в целом, не знаю, тренеру виднее будет. Как подобные игры, как они вообще влияют на команду? Потому что в перерыве нет игровой практики. Вот что они приносят, какую пользу? Ну, во-первых, мне кажется, это для тренера. Он смотрит, кто как, куда готов, смотрит, чего добавить. Так, в принципе, и для нас это игровая практика нужна, кто мало играет. Что можете сказать, пару слов о предстоящей домашней встрече с футбольным клубом «Томи»? Ничего, только победа нам. Победа нужна, и все остальное, все уходит на второй план.